Так, четвертый ход. Первый игрок у нас Дэрил. Получаем $2. Бросаем на карту задатка. Сохраняем. Теперь бросаем на проклятие для Аманды. Ничего себе. Проклятие сбрасывается. Вот это я понимаю, как говорится на английском языке. Hunches. Так. Далее что происходит? Далее движение. Дэрил идет сражаться с двумя янцами. Для начала проверка ужаса. Плюс 0. Плюс 4. 4 кубика на каждого. Так, прошли. Далее проверка боя. А так как мы прошли, мы теряем одну единицу рассудка вследствие эффекта ужасаемости. То есть способности ужасаемости. Кстати, сможете ли вы догадаться, какой из них из дополнения ужас Данвича, а какой из них из дополнения черная коза трещоб, ой, чещоб? Подсказка тут, что из ужаса Данвича похож на тот, что из ужаса Архама. Так, минус 1, плюс 1, это уже один кубик, плюс 5 от магического оружия, это у нас 6 кубиков, и мы сможем один раз перебросить. 6 кубиков. Добавляем еще 2 кубика, и нам нужно 3 успеха. Так, один вижу. Так, один успех. Давайте перепросим. Активируем навык. Так, 3 успеха вижу. Одного мы победили. Далее проверка ужаса для второго. 4 кубика. Давайте-ка эти два уберем. Прошли, есть один успех. Далее проверка боя, тоже 6 кубиков. Так. Ай-яй-яй, у нас только 2 успеха. Дилемма. Давайте все-таки получим повреждение в размере 3 и 1 рассудка, пока я не забыл про ужасаемость. И перебрасываем. И как будто вижу, что сейчас у нас вообще ни одного успеха не будет. Ну то есть будет 1, 0, 1 или 2. Но не будет. И опять 2 успеха. Так. Ну что ж тут поделать. Получаем еще одну карту травмы. Не хочу я тратить улики категорически. Восстанавливаем здоровье. И получаем еще одну карту травмы. Будем надеяться, что это не будет опять растянутая лодыжка тут, скорее всего. Так, давайте-ка посмотрим. О, это минус 1 к скрытности. Ну, тоже мы не будем убегать от боя, так что нас это не касается. Кстати, теперь сыщик может уйти на покой. Многие, когда сыщика сжирают, не выбирают нового сыщика, или когда он уходит, или не уходит на покой, но я рассматриваю такой вариант. Жалко, конечно, что мы не сможем передать улики. Но зато вещи мы сможем передать. Ну, вообще-то, вещь у нас только одна ценная, это лампа. Так, теперь Аманда переходит во вторую половину. И вытягиваем карту. Синюю или желтую карту контакта. Желтая, другое. Воля минус 2. Воля у нас 4. Это значит 2 кубика. Если нам повезет, мы вернемся в Архам. Если нет,
мы потеряем 2 единицы рассудка. Так, 2 кубика. Ну, Аманде, скорее всего, не повезет, как не везло и Дэрилу. Ну, что я сказал. Она теряет 2 единицы рассудка. Далее.